Привет, вы на канале «Своими руками», с вами братья Захарята. Сегодня мы посетим завод «Центр металлокровли». Нас пригласили, и мы вам изнутри покажем все, как производится металл, железо, откуда берутся крыши ваши, откуда заборы вам строятся, они не растут, а их делают. Весь процесс покажем изнутри. Вот мне выдали каску, я уже почти директор. Погнали, не переключаемся. В общем, первый цех у нас, мы пришли, где производят металлочерепицу. Вот так вот она выглядит, лежит, разные цвета и, в принципе, разный формат упаковки. Это металлочерепица, там металлопрофиль, это у нас сырье, так скажем. Сейчас пойдем посмотрим линию, все такое идет в бобинах и уже по цветам. Оно разноцветное. И покрытие разное. Вот гладенькая такая шагрень. И вот все ваши цвета, которые вы видите на крышах, на заборах. Вот они все здесь есть. Вся палитра, в общем. Потом бобина заряжается сюда. Вот такой кран. Берет бобину, заряжаем сюда и погнали на линию. И под каждый профиль, под каждый рисунок своя линия, свои катки. Это у нас каскад. Что там? Каскад. Это каскад. Сейчас линия остановлена, пока не работает. Все, это ножницы, да, я как понимаю, режет в этом месте? Нет. Нет? Вот здесь он режет. Ножницы с той стороны. Вот. Угу. Ну да, вот. В общем, плавно все загибаются на катках. Сюда выходит уже готовый лист и отрезается в размер. То есть по размеру, да, там когда задача есть, он отрезается и вот сюда падает. Чпоньк. Вот он у нас готовенький лист. Только что с той стороны был бобина ровного металла, а сейчас уже бери, монтируй на крышу, как говорится. Так, в другой цех переместились мы. Тут шумновато будет, конечно, но что делать, терпите. Тут делают, в принципе... Да, десятку. Просто профильный лист, который идет на забор. Некоторые умудряются его и на кровлю использовать. Но он для заборов и фасадов, короче, технические здания в основном делают из него. Парни гнут у нас всякие заборные элементы, в общем, тюнинг для металла. Уголки, доборы всякие, планки. Здесь, в принципе, такая же линия, точно такая же. Сейчас ее заряжают. Единственное, что здесь не металлочерепица, а просто профиль. Вон заряжают бобину, сейчас будут катать, наверное, посмотрим. Тоже разный вид, разный прокат и, соответственно, разная длина нарезается. Цвет тоже, какой нужен, под заказ все прокатают и нарежут. Бобина, ребята, приходит, говорят, у нас незащищенная, без пленки, в принципе, такая. И ее перекатывают вот на таком станке. Катают и пленку, короче, натягивают на нее. Специальная защита делается, защитный слой, пленка, и потом, короче, уже штрипсы нарезаются. Все, вот она уже в пленке тут получается. Так, пошел запуск, бобина разматывается. Каждый валик накатывает новую волну.
листы в размер нарезаются и сразу в пачку. Берешь шуруповерсом и сразу крутим, да? Крутим и выходим в забор. Цех по сайдингу. Смотрим, как делают сайдинг. Это так типа делают софиты. Вот тоже бобина, только узкая, нарезанная. Туда заправляется и вперед. Так, тут делаешь трипс. Также берется опять рулон на сталь. Везде начало из нее получается. Берется в цвет, какой нам надо. Фигачится сначала в пленку для защиты, запаковывается и в дальнейшем в размер режется. Все, а там уже парни, короче, его уже укомплектовывают как надо. Все. И уже потом такими полосами уже идут в другой цех на дальнейшие изделия. Кто-то ветровики делает, ветровые планки, коньки и всякие там изделия, короче. Куча, как можете видеть, разных цветов и всех объемов. Вот так в конечном результате упаковка уже происходит. В таком виде штакетник может поставляться по всей России. Все качественно, грамотно, все контролируется. Во всех цехах, в принципе, стоят видеонаблюдения. И все отслеживается через видеонаблюдение. Поэтому брак минимализирован. Все под четким контролем. Ну и все сотрудники это понимают и относятся ответственно к своей работе. Начало сезона, друзья, только все начинают обороты набирать. Плюс мы попали еще в обеденный перерыв. Тут цех, как говорится, шатко-вяло, ребята работают. Вот. Но самое главное, мы показали вам все процессы. Показали, ну и максимально рассказали, что в принципе все понятно. Откуда берется железо. Все-таки оно приходит в бобинах, уже крашеное. И потом уже из него клепаются различные изделия. Металлочерепица, металлопрофиль, там, сайдинг всякий, штакетник, все что угодно в вашей душе. Вот штакетник. Штакетник, как видите, различных цветов есть у нас, ну и разной формы. На любителя, как говорится. Это производство все показали, друзья. А кого заинтересовало? Опс. На заводе прямо есть интернет-магазин, где можно заказать любую продукцию, все, что производится.
Сайты, конечно, все эти мы приложим. Заходим и можете заказать. Заказы отправляются по всей России. Да? Вот это наш директор на сегодняшний день. Она нас тут всех водит. Вот. Так вот все это тут происходит. Все тихо, спокойно. Но люди работают в полный рост. И, как говорится, в поте лица. Тишина такая, да? Все правильно. У каждого процесса свой звук. Продукцию можете заказать в этом интернет-магазине, ссылочки все оставим. Меня зовут Илья Викторович Полобанов, я представляю компанию «Центр металлокровли» и отвечаю за направление развития на территории России и стран СНГ, в том числе экспорт. То есть у нас несколько, вот тот завод, который вы видели сегодня на видео, таких заводов на Урале у нас несколько. Это такие города, как Екатеринбург, Казань, Набережные Челны, Ижевск, Чайковский, Нефтекамск. В этих городах у нас есть аналогичное производство, где-то побольше, где-то поменьше. И сеть магазинов, соответственно. А в городах, где у нас нет физического присутствия нашей компании, мы работаем через дистрибьюторов. Кто такой дистрибьютор? Дистрибьютор – это партнер компании, который осуществляет реализацию продукции в своем городе. Мы работаем под одним общим брендом. У дистрибьюторов есть разных уровней. Есть большие крупные компании. Хочу просто показать, как можно оформить офис. У кого там желание есть там, но быстрый старт, чтобы было понимание вообще к чему стремиться. Нужно занимать каждую полезную площадь. То есть вот можно сделать это таким образом. Такие выдвижные. Это все продукция собственного производства. Это металлосайдинг, блокхаус. Это тоже металлосайдинг, гидробрус. Здесь, соответственно, представлены разные цвета. Это классика, корабельная доска. Все, что нужно для кровли, фасада, забора, вы можете прийти и в одном месте все заказать. Гибкая черепица. Гибкая черепица. Это хит продаж 2023 года, черный цвет. Он у нас есть и в одностороннем виде, и в двухстороннем. В двухстороннем виде мало где в России можно найти, у нас есть наличие. То есть черный, и с одной стороны черный, и с двух сторон черный. Сейчас набирает обороты очень популярный цвет. Здесь, соответственно, классика, профнастил, металлочерепица, кровельные материалы, допорные элементы, элементы безопасности кровли, пленки, водосточные системы. Вот такой стенд можно, да, организовать, поставить какой-нибудь. Да, доборные элементы кровли. Любое изделие по эскизу заказчика можно сделать. То есть человек приходит к вам, на бумаге что-то рисует, вот ему нужно какое-то изделие, там, например, такое, указывает размеры, соответственно, можно заказать. Ограничений здесь никаких нету. И палитра цветов, самое главное. То есть у нас, повторюсь, одна из, если не самая крупная палитра цветов в наличии, то есть надо понимать, что это все в наличии, то одна из самых крупных вообще в целом по России. То есть все вот эти цвета, они есть в наличии. Любой цвет вы можете ткнуть пальцем, мы вам это изготовим. Здесь есть представленный классический полиэстер глянцевый, матовое, матеновое покрытие, оно матовое, сейчас тоже набирает популярность. И корейский металл под дерево и под камень. Которые просто размещают стенды в своем офисе и начинают продавать продукцию собственного производства. Есть небольшие компании, есть люди, которые начинают абсолютно с нуля, то есть нет никаких активов. В этом случае берутся образцы, ложится багажник автомобиля, и человек начинает выезжать на замеры, то есть работает в формате мобильного менеджера. Такое тоже есть. Многие люди успешно работают таким образом уже несколько лет и развиваются. Я понимаю, что может любой, да, начать? Теоретически может любой, потому что это не высшая математика, ничего сложного нет. Тем более, что мы предоставляем всю информацию, мы учим делать расчеты. Ну, то есть, какие задачи у дистрибьютора, если у него нет ничего вообще? У него должна быть мотивация и желание чего-то достичь. То есть, если нет мотивации и желания, то, конечно, ничего не получится. Если она есть, в этом случае учим ассортимент, учим делать расчеты. Изучаем всю информацию, которую мы даем касательно монтажа, и
начинаем работать просто. Если у кого-то есть желание, я так понимаю, можно с вами связаться, да, и уже более подробно. Да, да. Мы работаем по схеме один партнер, один город. Поэтому нужно обратиться к нам в любом случае, сказать, что вот я из такого-то города. Дальше мы посмотрим, если у нас в этом городе дистрибьютора нет, а цель у нас, чтобы в каждом городе был дистрибьютор, то мы там дальше уже сориентируем. Вариантов сотрудничества масса, поэтому в любом случае будем находить какие-то компромиссы. То есть на рынке, сразу скажу, мы не самые дешевые, и мы не стремимся сделать цены как можно дешевле, как в Леруа Мерлен, например. То есть если вы знакомы со строительством, то знаете, что в Леруа Мерлен можно купить очень дешево, например, металлочерепицу. Но она будет толщины 0,3 мм. Вы один раз ее постелили, на следующий год снова постелили, потом еще раз постелили. Мы не стремимся, в общем, очень критично на стройке не экономить на качестве стройматериалов, потому что скупой платит дважды, иногда трижды. От себя могу добавить, да, по поводу дешевизны, так как непосредственно я сам монтажом занимаюсь, дешевую кровлю практически нереально постелить качественно, смонтировать качественно. Потому что пока вы ее монтируете, по ней приходится передвигаться, вы ее всю истопчете, и к тому же она и царапается очень. Нам доводилось такие кровли, по крайней мере, монтировать. Но не доводилось снимать такие кровли, допустим, после 3-4 лет. Видеть очень много видео брака. К сожалению, хозяева, заказчики, они стесняются этого, они не разрешают нам снимать. Когда мы приезжаем на кровлю, допустим, делать, не секрет, что мы одни и те же, допустим, объекты там доделываем постоянно годами к одним и тем же заказчикам. И смотрим, приезжаем, а на кровле пятна ржи пошли, то есть отслоение краски и ржавчина пошла. Или при монтаже всю ее измяли, и эти места тоже начали там отслаиваться краска. То есть это я встречал часто. Но показывать это никто не разрешает снимать, потому что стыдно. Вот. И эта экономия приводит к тому, что, допустим, кровля ваша там лет через 5 может вообще в негодность прийти. И это будет печально. Я даже видел от снега продавливаться. Еще хочу добавить. В этом году принят ГОСТ касательно металлочерепицы. То есть уже официально все законы приняты, начиная с 1 сентября 2023 года. Металлочерепицей может называться только изделие с толщиной металла не менее 0,5 мм. То есть если вам где-то будут предлагать металлочерепицу толщиной 0,4 мм, то это не металлочерепица. Это изделие профнастил с поперечной волной, либо как-то еще. Сколько угодно может быть названий, но металлочерепица должна быть толщиной 0,5 и выше. Мы как разделили молочные продукты и это там похоже на молочный магазин сейчас, да? Но это правильно считаю, что человек. Человек должен покупать, он знает тоже, что покупать. Так, вот еще вопрос такой интересный. По поводу толщины. Очень часто там спрашивают, с нами как бы этот люди узнают. Допустим, мы берем какое-то изделие. И написано на ней толщина 0,4. Так вот, 0,4 это конкретно толщина металла без покрытия, без покраски, без этих писателей. Или же все же это уже готово 0,4, которое на ценнике пишется. На каждом изделии, вот каждое такое изделие, оно произведено из определенного, совершенно определенного рулона оцинкованной тонкой листовой стали с полимерным покрытием. На каждый рулон у комбината, который его производит, есть сертификат. Вот и по идее, когда вы что-то покупаете, вы можете у продавца этот сертификат запрашивать. Это совершенно нормальная практика. И продавец должен его предоставлять, то есть если у него все честно. Соответственно, в этом сертификате есть вся подробная техническая информация, что содержится внутри. Потому что вот так визуально невозможно определить, сколько внутри цинка. А это крайне важно. То есть есть моменты, когда если цинка там мало, вы поставили этот забор, он у вас через год, а может быть даже через месяц начал ржаветь. Это из-за того, что там мало цинка. А в сертификате полностью вся информация, сколько цинка, сколько толщина основы металлической, сколько толщина полимерного покрытия. То есть это все есть. Ну и желательно иметь при себе микрометр и просто замерять, потому что очень много, так сказать, не обмана, но ввода в заблуждение, скажем так. И это самое печальное, что это невидимая сторона, потому что мы не знаем, какое там цинкование, какое покрытие, а визуально они могут быть все одинаковы на вид, а цена разная. Это понятно.
Вообще мы производим кровли фасада забора, не знаю, видно или нет. В сегменте заборов у нас есть профнастил, заборы из штакетника, заборы жалюзи, заборы ранчо. Видов профилей очень много. В сегменте фасадов металлосайдинг, линейные потолочно-стеновые панели. В сегменте кровля это профнастил, металлочерепица. У нас 6 видов металлочерепицы, очень много видов металлосайдинга. Есть металлосайдинг, который мы производим в России пока на данный момент только мы. Это бревно рубленное 4D. Полностью имитация рубленого бревна. Это металлосайдинг, царь сайдинг мы его называем. Бревно рубленное 4D. Одноволновый венец, то есть одна панель сайдинга это одно бревно. Имитация рубки, то есть в зависимости от цвета он выглядит на готовом фасаде, ну просто как полностью имитация бревна. Вот здесь можно посмотреть еще другие цвета. Темный, классно. С фактурой все сделано, да? Понимаете, что вы сделали фасад из дерева, вы потом за ним каждый год будете ухаживать. Дерево чернеет, дерево дает усадку и так далее, и так далее. Это каждый день его красить надо будет, каждый год. А такой фасад вы сделали один раз и на срок службы до 50 лет, то есть по наследству передали, и ему ничего не будет. Это получается новинка вот эта? Это новинка, да. Ваша разработка? Это наша разработка, это новинка, и это уникальный продукт. Пишите, звоните, заказывайте, если понравилось. Ну и, как говорится, ссылочки все снизу будут. Опять же, там посмотрите подробную информацию. Вес, рост, количество, цена, все можно узнать, ну, соответственно, связаться и заказать. В сегменте заборов у нас тоже есть уникальные продукты. И вообще любые изделия по вашему желанию мы можем делать. Еще хотел сказать про ассортимент цветов. У нас, если не самый большой, то один из самых больших ассортиментов. То есть вы должны понимать, что вот эти все цвета, они должны быть, это рулонная сталь, по 5 тонн рулон, вот это все у нас в наличии. Вот то есть вы узнавали, сколько именно рулон весит, в общем-то выяснили. Весит 12 сколько? 5 тонн, вот этот рулончик каждый 5 тонн, да, весит получается? Ну, примерно плюс-минус, вообще, по идее, от 3 до 6, ну, в среднем, да, 5. Угу. Очень у нас любят, хорошо сейчас идет, вот особенно сейчас начнется дачный сезон, нарядный палисадник, то есть вот небольшое ограждение небольшой высоты перед домом, разноцветный, прям хит продаж. Как заборы не снимать? Да, особенно у кого есть дети, пенсионеры, на лето дети приезжают, и вот это сделать все нарядно, красиво. Вот смотрите, в каком цвете. Это индивидуальный заказ, то есть можно заказать даже индивидуально под какой-то свой тут. Под свое под какое-то покрытие. Теоретически цвет может быть любым. Вот это то, что из уже окрашенной рулонной стали, а вот это порошковая покраска. То есть вот по идее цвет может быть любым. Единственное, что порошковая покраска стоит подороже. Ну то есть, ну если вы хотите что-то сверхъестественное, то это можно сделать. Надо понимать, единственное, что любой каприз, но за ваши деньги. Да. Что у вас на заводе онлайн камера стоит? Да, все заказы вы можете отслеживать. Прямо заказали, и весь цех, весь рабочий день вы можете смотреть, как ваш непосредственно заказ изготавливается, как он упаковывается и там погрузки готовятся и погружаются. Да, вот хотел сказать еще, с чего это все началось. Сейчас интернет очень активно развивается, а строительные материалы это все-таки не такой продукт, который люди готовы заказывать через интернет. Почему? Потому что, во-первых, дорого стоит, но все-таки сумма чека, она в стройматериалах достаточно высокая. И платить ее куда-то непонятно кому, в интернет, ну, кто-то платит и покупает, те, кто люди уже освоились в интернете. А люди, которые не доверяют, вот как раз, чтобы такие люди тоже покупали у нас, мы работаем через дистрибьюторов. То есть в чем еще преимущество того, что у нас в каждом городе есть дистрибьютор. Вот те люди, которые не готовы покупать через интернет, они могут прийти к этому конкретному дистрибьютору, который является официальным представителем компании, пообщаться с живым человеком, посмотреть цвет женщины. Вот есть миф такой, что строят мужчины. На самом деле строят женщины, то есть они ходят, берут кусочек какого-то материала, прикладывают его, подбирают все, руководят процессом, руководят подбором цветов и так далее, дизайном. Очень часто. Вот,
И тут уже элемент доверия, то есть когда вы приходите, трогаете образцы руками, подбираете цвет уже не на экране монитора, а вживую, как он будет выглядеть. Это уже как бы элемент, заключаете договор с конкретным человеком и платите деньги конкретному человеку. Я говорил, мы хотим купить ползавода здесь, стать владельцами, нам белой каски выдать, чтобы красиво все было. Сейчас я передумал, покупать не надо, деньги вкладывать, чтобы не вкладывать нам в этот завод. Мы, наверное, лучше дистрибьюторами станем. Так что ищите там информацию, скоро буду выкладывать. У кого есть интерес, пишите, звоните, все будет в описании. Скоро продукцию нашего производства можно будет заказать в городе Леш, ну и не только, в принципе, да, в области. Все, без проблем. В общем, ребята, смотрите, кого заинтересовала именно тема дистрибьюторства, я колхозник, у меня язык не выговаривает, пишите или мне, или ссылки под видео ставлю, напрямую с Ильей можете связаться, или же просто под видео в комментариях. Он будет отслеживать и сразу там будут какие-то подсказки вам говорить, как что делать. В этом проблем не будет. Любые вопросы по этой теме можете задавать. Хоть по теме заказов, хоть по теме стать, как говорится, в команду, без разницы. Да, надо. Хотел еще что сказать. Мы рекламируем вот этот способ сотрудничества, и много людей на нас подписываются, и потом просто читают месяцами, годами. Мы уже говорим, задавайте вопросы, если вам что-то непонятно, у вас есть какие-то сомнения, вы спросите, чтобы получить, например, ответ и для себя решить уже, точно вам это не подходит, либо все-таки можно попробовать. То есть, мало желать, если не делать, то не будет 100% ничего. То есть, мы вот даже у себя на канале, у нас есть специальный канал, в котором подробно, вот то, что мы сейчас обсудили, там это подробно описано. То есть, мы дадим ссылку, это все можно там почитать, изучить. Если вдруг еще останутся какие-то вопросы, там есть моя визитка, можно написать мне на WhatsApp, можно мне позвонить. То есть мы открыты для сотрудничества. Под дерево. Также есть однотонные, двухсторонние. В общем, это то, что, например, нужно кому-то подешевле, может быть, пенсионеры, у которых бюджет ограниченный, но они хотят вот что-то красивый заборчик, полисадник, может быть. Вот да. То есть пока бобина разматывается, при транспортировке верхней слыжи все равно они там коцаются маленько. Соответственно, пока настраивается вот этот процесс, верхние слои также перекатываются, и они идут под второй сорт. Могут быть, это технология такая, может быть такой же идеальный, как и первый сорт, но все равно технология подразумевает их отправлять на второй сорт. Ну, где-то бывают замятинки, где-то царапинки. Бывает не в размер, тоже отрежут человеческий фактор. Тоже уходит на второй сорт, поэтому может буквально новая попасться штакетина, а по цене в два раза ниже. Соответственно, тема интересная, объем видите какой. И узнавайте, можно заказывать это все. Кому не принципиально, там какие-то царапки или мелкие вмятинки. Хотя вот с объема, вот сейчас можно посмотреть издалека, там с 2-3 метров, вообще никаких косяков практически никто ничего не заметит. Все вроде как новенькое. А на забор в упор никто смотреть никогда не будет, все будет издалека, поэтому кому не принципиально, узнавайте, можно. Все. Красота, красота. Так что видите, какая есть возможность сэкономить.